Доброе утро, наши самые ранние телезрители. Я нахожусь в театре танца имени Вадима Елизарова. Ну а с 8 по 14 октября в рамках международного фестиваля а, проходит а, конкурс Art бухта а, про, а, конкурс профессиональных театров танца. И а, сегодня на сцене имени Лавренева состоится, будут выступать звезды русского балета. И сегодня у нас в гостях Елизавета Корнеева, ведущая солистка Воронежского театра оперы и балета, и Мах, Михаил Лифенс. Ведущий солист Новосибирского театра оперы и балета. Доброе утро, Елизавета. Доброе утро, Михаил. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете изящество, легкость, красота, победа над силой притяжения, столько эпитетов можно придумать балету. А что для вас является главным для артиста балета? Какими качествами быть может, он должен обладать? Ну, мне кажется, самое главное это любить свое дело, любить искусство, которую, которому ты служишь, и это так сказать, наверное, залог успеха. Вы согласны? Ну, конечно же, к профессии артиста балета всю жизнь был огромный интерес и огромное количество, наверное, стереотипных вопросов вам задается и серия: кушаете ли вы только салат, так или нет? Какие вопросы вообще задают? Ну да, по поводу питания всегда спрашивают, но могу сказать, что в своем случае я ем все, потому что много очень работы, много нагрузки, это уходит, то есть без проблем тортики, все это. В общем, это сложно поверить, вы в такой прекрасной форме. Вы звезды русского балета, а русский балет известен во всем мире. Почему его так любят? За что? В чем его секрет? Ну, наверное, потому что русские люди всегда, так сказать, были славились... Э, э, русской душой? Русской душой, да. И поэтому танцуют они также, вкладывая душу в танец. А это, как я еще сказала ранее, залог успеха. Я прям мечтаю уже посмотреть на ваше представление. Вы ведущие солисты, ведущие, ведущие артисты. За вашими, у вас за спиной наверняка многолетний упорный труд, огромное количество фестивалей, конкурсов, спектаклей, постановок. Чем вам, чем, что вас привлекает в Севастопольском фестивале? Это, конечно, обмен опытом, потому что с нами будут участвовать не только русские артисты, но и международные, такие как из Японии, Италии. И, конечно же, всегда новый фестиваль, конкурс ⁇ это, это интерес. Новый стимул, я так да. понимаю. Вы не зря сказали, да, в программе сказано о том, что а, будут а, междуна... это международные конкурсы, и будут выступать японка Мари Ито Марчелло, и итальянец Марчелло Пелецони. Чего вы ожидаете от их выступления? Будет ли обмен международный обмен опытом? А, ну, мы после выступления как раз и увидим. У <с? <с? Что э -э -э особенность, может быть, как-то их исполнение будет особенным. Uh... с нетерпением поглядим. ждем поглядим посмотрим в общем что могу сказать огромное спасибо что вы присоединились в нашу утреннюю программу а, такие гости нам очень важны нужны спасибо что приехали в наш замечательный город но я напоминаю нашим дорогим телезрителям что каждый день а, в течение недели с 8 по 14 октября а, по севастопольской публике будут показаны 9 представлений а, профессиональных театров танца а сегодня мы всех 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 приглашаем в театр имени лавренева полюбоваться звездами русских Балета. каждое искусство пытается рассказать свою историю свою историю наполненную эмоциями и переживаниями но а балет рассказывает свою историю при помощи хрупкого нежного и воздушного танца я желаю всем хорошего дня с вами была маргарита мотковская передаю слово в студию улыбайтесь наслаждайтесь и будьте счастливы